Это программа музыки, как будто бы не рукотворной, и музыки-попытки заглянуть туда, что будет после смерти. Об этом говорит и Моцарт, и Малер. В нашей программе будет увертюра к волшебной флейте и концерт для двух клавиров с оркестром, а также четвертая симфония Густава Малера. Мы сейчас подходим к концу страшного года. Что нас ждет в следующем, никто не знает. И вот эта музыка, она созвучна времени. Она ставит вопрос, а что же там? А что же будет после смерти? Что будет в завтрашнем дне, в наступающем году? Мы с прекрасным оркестром, Российским национальным молодежным симфоническим оркестром, с прекрасными солистами Константином Емельяновым, Филиппом Копачевским и Венерой Гемодиевой, приглашаем вас разделить с нами этот зимний вечер и попытаться заглянуть внутрь себя.